Отменная работа. Товар высшего качества, лучшие шкуры и выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи, а тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя, любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить. Слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Я бы хотел сыграть в кости. Будем играть? Ты хороший игрок. Возьми свои деньги. Я слышал, ты торгуешь ловушками. Конечно. И не только ими. Тогда, может, расплатишься со мной вещами? Хорошо. Выбирай. Я бы взял нитроглицериновую ловушку. Нитро... чё? Такую, чтобы не осталось чего собирать, если кто влезет. А, схему ибонатора. Пожалуйте. Ну... Ой, поясница-то как ноет. Ты не вовремя. Тогда позже зайду. Какой мужчина! Мне с утра тошно. Ты не вовремя. Тогда позже зайду.
ну-ка иди к папочке! Спасибо, ваша милость. Так и умом тронуться недолго. Проклятый лес кишмя кишит всякой чертовщиной. Да вдобавок этот сучий сын совсем спятил. Кто? Тролль. Много лет берет подать за проход через мост. А взамен должен следить, чтобы тот не развалился. И чертей отгонять. Так в чем дело? Купцы с порта меня послали, чтобы я разузнал, что там и как. Убраться из города можно только одной дорогой. Так вот, и гляжу я, мост развалился, а это бессовестное елдыще тянет ко мне лапы и требует водяры за проход. Это мне по руинам идти, я спрашиваю. А он как в морду мне даст, так я все звезды пересчитал.
Лореда назначил награду за голову тролля. Этот сучий потрох, будь его воля, нас бы вообще от мира отрезал. А мост нам нужен, только починенный. И тролль нужен, только трезвый. Ежели хочешь заработать, ты тролля не убивай, а сходи лучше к нашему Войту. Он тебе разъяснит, что к чему. Я уж думал, не выберусь отсюда. Что с тобой? Со мной все в порядке. Но мой друг остался в этой проклятой лечебнице. Седрик говорил, что двое пропали около сожженного имения. Меня зовут Руперт Брандхубер. Я доктор из Аидирна. Мы с моим товарищем разыскиваем редкие травы. Этот лес не лучшее место, чтобы собирать травки. Нам говорили, но мы не поверили. Мы дошли до пепелища, трав никаких не было, но внизу, там было что-то ужасное. Мне удалось бежать, а Грыдля... Что это? Ты слышал? Это пес Грыдли. Чувствуешь? Что-то приближается. Помогите! Найди моего товарища. Умоляю. Thank you.
этого делать. Они были безумнее здешних обитателей. Алчность. Они не должны были так поступать со мной. Эти люди были невиновны, а я... С огнем я играть не буду. И произвольные судороги лицевых мышц. Болезнь святого Витта. Слюноотделение. Он опасен. Запрети его! Как больно. Прошу тебя, помоги. Заслужили страдания. Дай лекарство. Как больно. Прошу тебя, помоги. Дай лекарство. Как больно. Прошу тебя. Дай лекарство. Как больно. Прошу тебя, помоги. Дай лекарство. Как больно. Прошу тебя, помоги. Дай лекарство. Уходи! Что бы здесь ни случилось,
Это произвело большое впечатление даже на безумцев. Уходи! Ставь меня! Прочь! Прочь, уйди! Возьми себя в руки! Я не виноват! Это не я! Не я! Что не ты? Огонь! Везде огонь! Все должно было быть не так! Я этого не хотел! Клянусь! Если тебя не успокоить, ничего полезного ты мне не скажешь. Может, какие-то лекарства уцелели от пожара? Уходи! Что такое? Где я? Спокойно. Руперт попросил тебя найти. Руперт? Он жив? Послушай, и ты, и твой приятель, вы оба врете. Это видно с первого взгляда. У этого места очень мрачное прошлое, и, похоже, вы имеете к нему самое прямое отношение. Понимаешь, о чем я? Да. Отлично. Тогда рассказывай свою историю и как можно подробнее. Историю? Давай, Грыдля, всегда есть какая-то история, выкладывай. Мы были айдирнскими солдатами. Во время прошлой войны с Нильфгардом я помогал Руперту в лазарете. Наш отряд стоял в этом дворе. Было все равно, кто там живет. Психи были послушными. По крайней мере, поначалу. Как-то раз разведчики схватили нильфгардца, который помогал прятать награбленные в Эдирне ценности. Это было все равно, что выиграть в лотерею. Мы уже раньше слышали об этих сокровищах и допрашивали каждого пленного из армии нильфов. Брали всех, и это сработало. Мы решили заставить его говорить. Пытками? Командир велел его колесовать, но Руперт сказал, мол, знает способ получше. В округе растет странная трава. Кто выпьет отвар из нее, может говорить только правду. Командир допрашивал пленного и чертил карту. Остальные просто рехнулись от радости. Мы уже отделили сокровища. Вели себя все смелее. Жрец, который присматривал за психами, стал возмущаться, и кто-то из наших раскрыл ему башку. Ты очень складно рассказываешь, Грыдля. У тебя есть шансы уйти отсюда живым. Что было дальше? Пленный сказал, где сокровище, а командир приказал четвертовать его на глазах у психов. Они и раньше бывали буйными, а когда увидели кровь, то они как с цепи сорвались. Многих пришлось зарубить. Даже и не знаю, как вспыхнул пожар. Кто-нибудь уцелел? Вынесли оттуда девчушку. Ладная была. Неразговорчивая, но услужливая. И что же, на вторую ночь убила командира, сперла карту, и только мы ее и видели. Шла война, так что не было времени ее искать. И вы вернулись через столько лет?
Вы действительно думаете, что найдете ее здесь? В жизни мне не повезло. Руперту пришлось еще хуже. Это последний шанс, чтобы одурачить злую судьбу. Фортуна нам один раз улыбнулась. Может, мы еще у нее в милости? Ох, я бы на это не рассчитывал. Мы имеем дело с тяжелой разновидностью проклятия. Думаю, для начала нужно найти останки того нильфгаардца. Уходи! Уходи! Оставь меня! Прочь! Прочь, уйди! Уходи! Волк привел волка. Чего ты хочешь? Их смерти? Двое из 20 вернутся туда, где не осталось ни одного. И их осудит один. Если он будет милостив, то накормит ими мертвых. Если же жесток, даст им то, зачем они пришли. Пророчество. Отлично, этого можно было ожидать. Ты принесешь мне их сердца, чтобы я мог упиться их трусостью. Ты принесешь мне их глаза, чтобы я мог в них взглянуть. Это предложение? Отлично. Я сниму это проклятие, так или иначе. Заслужили страдания! Уходи! Нильфгаардцы, пойдем, найдем твоего товарища. Грыдля, ты жив. Что было внизу? Я встретил дух имперского солдата. Ты ведьмак, вот и избавься от него. Уже. Пойдем, я вам кое-что покажу. Кого я вижу? Не забыли меня, коновалы? Помните, как резали меня на куски? Помните, что было с людьми из этого дома? Ты обманул нас! За всякое преступление есть кара. И только искупление положит конец проклятию. Я оставляю их тебе. Ты мне больше не нужен. Время начать пир, ребята! Есть работа для ведьмака? Да на троих ведьмаков хватит. Только денег у нас, почитай, нету.
Небогатые мы. Что-нибудь придумаем. Ты вот что. Ты во Флотзам сходи. У постоялого двора прибиты письма разные. Вот там все и найдешь. Как матроля нашего не тронь. Чего бы городские про него не говорили. Похоже, ты не горишь желанием избавляться от тролля. А как без него мост-то чинить? Найми людей. Найми людей. А знаешь, сколько стоит ремесленник? А этот глупый тролль за мелкие подачки худо-бедно, а за мостом приглядывает. Мост развалился, а тролль нападает на людей. Да. Оно, конечно... Но штука вся в том, что тролль у нас запил. Вот если бы ты сделал так, чтобы он перестал пить... Я ведьмак, а не сиделка. Я хорошо заплачу. Сколько? 100 ренов. 200. Дорого ты стоишь. Ну да что там. Пущай все знают, что благо общества для меня главнее всего. Сынок, сынок, возвращайся до темноты и покушать не забудь. Мать, отстань! То кабак, то работа. Женился бы. Мать, оставь в покое. Мне работать надо. Кому же ты надо? Уплывешь, не вернешься, и останусь я одна. Одна, одинешенька. Мать! Отец твой меня не слушал, и ты не слушаешь. Ну, плыви. Чё тебе надо? Говорят, еще никто не смог побороть тебя на руках. А то! Хочу стать первым. Хочунов таких много было. Только хрен чё вышло. Ну и чё? Я готов. Ладно, пошли со мной. Только давай сразу, у меня потом времени не будет. Ясно. Слыхали? И еще одного короля убили. Жалко не всех. Ты что такое несешь? Пора положить конец деспотии. Не говори так, сынок. Кто ж тогда править-то будет? Я и не испугался. Люди, мать, и будут. На вроде нас с тобой. Боже, не упаси. Века невидаль. Готов? Можем начинать. Сильный, как бугай. Вот твои арены. Раз стоял у нас тут отряд наемников под командованием Адама, этого Панграта. А я тут сильнее всех. Вот и попробовал с этим Адю потягаться. Сила у мужика, прямо скажу, нечеловеческая. Положил меня, как младенца. Если где его встретишь, скажи, Бартоломей пьет за его здоровье. Непременно. Ah!
Я разобрался с эндриагами. Я-то тебе верю. Но вот комендант... Труп пойдет за доказательство? Вполне. Вот твои деньги. Я принес дохлых накеров, чтобы доказать... Я знаю, что это доказывает, ведьмак. Награда твоя. Прощай. Ты еще успеешь проявить себя. Мы не достанем убийцу Фольтеста, не вступая в бой со скайтаэлями. Без шансов. Я отправил ребят в лес на разведку, они едва выбрались. Да, эльфа в лесу убить сложно. Лучше расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Мои люди снова видели убийцу короля. Он знает, что мы здесь, но даже не пытается бежать. Как будто ждет чего-то. Значит, теперь наш ход. Лоредо хочет избавиться от скайтаэлей. Похоже, он спит и видит, как бы затащить их всех на тюремную барку. Йорвиту случалось обыграть молодцов покруче господина коменданта. Господин комендант сговаривается с Шалой. Я не стал бы сбрасывать его со счетов. Да, пойди знай, что тут делает чародейка. Бывай, Роше. Давай, выпей с нами. Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого Виюпатиса, или как его там? Фэн отрубил ему башку и приставил к заднице. Вы вели себя как скоты. А что, поиграть нельзя? Это ж деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно! В ножички! Сыграешь со мной? С удовольствием. Пьянка против ведьмака. Ребята, делайте ставки. 10-1 на бьянку. Ведьмак, весло на стене. Пьянка, голова рыбы. Ведьмак, окорок. Пьянка, бочка. Ведьмак, карта на стене. Геральт выиграл. Вот они, скоты! Надругались над статуей Виопатиса! Навилы их! Думай, что говоришь, смерть! В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Виопатиса! Солдатня надругалась над богом нашим! Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер! Сучьи дети вы! Ублюдки! Все как один! Что ты сказал? Я... Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку! Выпей за мое здоровье! За здоровье ублюдка Вернона Роше! Вернон.
Говёная посуда в этом вашем флотзаме. Недостойные героя. Но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. Я не стану к нему лезть. Это не мое дело. Геральт, постой! Ты слишком суров, Краше. Не люблю садистов. Понимаешь, у Вернона не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе, как ублюдком, его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем, выпьем. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же за питательный торф. Опа. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый, не одну башку снес. Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. А помните, я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахаю 4 эльфок за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст? Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли 13-й совладать с ведьмаком. А тебе, 13-й, придется еще потренироваться. Слабоват ты для ведьмака. Иди ты. Эй, налей кто-нибудь. А помните, как я однажды на коне на дуб въехал? Не припомню. А ты выпей. Глядишь, парень-то и освежится. Ну, ребята, теперь фен против ведьмака. Ну, Геральт, награда твоя. Пусть тебе служит. Милздери, наше здоровье. Прям как после битвы под Ох, и нажрались мы тогда. Все поле битвы заблевали. Верхом на шлюхах и в рай. Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. За несколько аренов я, может, что и скажу. Слушай, я ведьмак, и меня здорово мутит. Говори, не то пожалеешь. Ладно, ладно. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. Чем мы таскаем это добро, если порт закрыт, а, начальник?
Мне вот что интересно. Чего? У меня есть просьба. Ты можешь свести татуировку? У тебя есть татуировка? Где? На груди. Какая? Покажи. Голая женщина или девиз всей жизни? Не надо надо мной издеваться. Не я же сделала тебе татуировку. Есть одно зелье. Думаю, оно поможет. Мне понадобится зеленая плесень, лепестки белого мирта и волчьего алоэ. Тогда я пойду за травами. Только не говори ничего Лютику. И кончай смеяться. Не могу. Ведьмак и стрыга. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает, ну, чтобы сыться. Засыпает, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В борделе тем более. Ладно, говори. Вы пришли сюда впятером. Лучше сказать... Приползли на карачках. Я полз? А как же? Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели вести вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И Бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Что? Я разговаривал с мадам. Это все правда? Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. От дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, Бьянка. Как ты оказалась в синих полосках? А что? Ну, ты красивая девушка и... И что? Я не дворянка и не купеческая дочка. Мордашка у меня смазливая, верно? Только что мне светит? Быть прислугой в придорожной корчме? Или трудиться, не покладая рта в борделе, вроде здешнего? Лучше уж эльфам горло резать. Ты знаешь, чего хочешь, а мне это нравится. Какой ты прыткий. Только не на ту напал. Ты меня неверно поняла. Я просто рад, что мы сражаемся на одной стороне. Я тоже рада. Передавай привет, Трис.
Хорошо тут, а? Мне такие места больше по сердцу, чем дворцы и замки. Здесь выживает сильнейший. И здесь всегда знаешь, чего ожидать. Да, мне здесь нравится. Твоя ненависть к Скайтаэлям – это что-то вроде мести? Ты совсем меня не знаешь, Геральт. Люди, нелюди – не имеет значения. Нас отправили сражаться со Скайтаэлями, и мы выполняем задание. Это обычные лесные бандиты. Если среди них есть люди, я буду убивать их точно так же. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтаэлей. Не сомневаюсь, если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. Их может быть больше. Если кто-то и испугается, то точно не я. Я солдат, потому что я хорошо знаю свое ремесло. Ты никогда не мечтала о другой жизни? Чижик, стрелок наш, пробовал как-то землю пахать. Только руки у него к такой работе не приспособлены. Зато он всадит мне между глаз арбалетный болт с 80 шагов, да? Со 100. Я пыталась готовить, шить, улыбалась, словно кукла, разнося пиво в корчме. Но все это не мое.